У Беларуси протягиваются отповедные санэпидмероприемства, а так само назирание за пациентами с прикметами коронавируса. Во всех установах аховы здоровья уведены масочный режим для медицинских работников. Выдаденный клиничный протокол по назиранию, диагностице и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Основная задача – не допустить распаусюдживания захворывания и изъявления тяжких форм. Наши санэпидслужбы и организации здравоохранения работают в режиме повышенной готовности. Значит, имеются планы основных и дополнительных мероприятий проведения всех противоэпидемических мероприятий. Есть алгоритм в случае выявления вероятного или подозрительного случая на коронавирусную инфекцию. В наших лечебных организациях и в центрах гигиены имеется весь необходимый запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, ну и лекарственных средств для лечения больных. У Министерства аховы здоровья сведчаць, у Беларуси ситуация по коронавирусу трымается под контролем. Распаўсюджвання инфекции сярод насельніцтва няма. Разом с тым, у выходные атрыманы яшчэ 3 станоўчыя тесты на наяўнасць РНК у контакта у першага узроўню. Гэта тыя люди, якія мелі зносіны с хворымі. На момент выяўлення такие особы уже знаходзіліся у стационары, таму далейшее распаўсюджвання вируса ад іх минимально. Проводится додатковое доследование таких пациентов. Тым часам у Беларуси на грудь у приватности протягиваются санитарно-эпидемиологичные мероприемства по недопущению завозу и распаусюдживанию коронавируса. Продолжается усиленный санитарно-карантинный контроль на наших пунктах пропуска. За последние сутки из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, проследовало 96 человек. У них проведено измерение температуры тела, заполнены анкеты, осуществлен забор биологического материала на коронавирусную инфекцию, и все мазки отправлены для лабораторного исследования в Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. На сегодняшний день у нас продолжается медицинское наблюдение за 187 лицами, прибывшими из Италии, Китая и Южной Кореи. По 48 лицам уже медицинское наблюдение закончено. В инфекционных стационарах у нас находится 8 пациентов, которые прибыли из этих неблагополучных стран. Один из Китайской Народной Республики, 6 из Италии и 1 из Южной Кореи. У всех у них осуществлен забор биологического материала на коронавирусную инфекцию, и у всех у них он отрицательный.